А вы не боитесь, что я просто обращусь в полицию? Нет, я боюсь другого, вашей слабости. Вашего малодушия. Я боюсь, что вы не решитесь, и тогда случится то, что сейчас еще можно предотвратить. У каждого человека в жизни наступает час, когда он должен выбрать, кому служить. Богу или дьяволу. И вот сейчас вы должны сделать этот выбор. —